Каждому жителю региона близок и дорог праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. Его отмечают целыми семьями. История муниципалитета неразрывно связана с обществом РН «Юганскнефтегаз». Ведь именно благодаря добытчикам черного золота появились поселки, ставшие родным домом тысячам людей. В начале сентября у пайковчан целый каскад праздников. В первую неделю осени также отмечают День основания Нефтеюганского района и Пойковского. Благодаря нефтяникам, всем нам, мы все равно отношение имеем к нефти, газу. Живет район, округ и Тюменская область, в целом наша вся страна. Вам большое спасибо. Видя, что живут муниципалитеты, города растут, можно сказать, уверенность есть в завтрашнем дне. Спасибо, с праздником. Открыли праздничную программу творческие коллективы поселка. На сцене выступили группа «Малина» и уже полюбившийся дуэт музыкантов «Ремейк». А семейный подряд иллюзионистов братьев Ибрагимовых буквально заворожил зрителей. Не оставило никого равнодушным и выступление арт-группы «Ларго». Жить красиво и счастливо, нам не могут запретить, лишь бы было в наших силах, так еще 100 лет прожить. Кубанские певцы буквально притягивали зрителей своей энергетикой. На этот раз музыканты обрели и новых поклонниц, особенно среди юных пайковчанок. Просто потрясающе. Мы очередной раз, это второй раз приехали мы в Пойковский. Мы потрясены народом. Просто замечательный народ, который умеет трудиться и умеет отдыхать. Замечательный праздник, позитивное настроение. Пели вместе с группой «Ларго», сейчас танцуем с рок-группой. Ждем фаер-шоу, конечно же, фейерверк. Поздравляем наш пойковский поселок с днем рождения и, конечно же, наших нефтяников с праздником. В вершине торжеств небо над поселком озарили сотни огней. И пайковчане могли загадать желание встретить в следующем году юбилей поселка, день района и профессиональный праздник нефтяников и газовиков с не меньшим размахом. Эльвира Муслимова, Ольга Слобожнюк, Юрий Баталов, телекомпания Нефтеюганского района.